До главного народного зимнего спортивного события «Лыжня России-2021» остается меньше суток. В Химкинском олимпийском центре «Планерная» заканчивают работы по подготовке лыжной трассы. Уже собрана сцена, рабочие завершают обустройство территории, где будут стартовать и финишировать участники заезда. В режиме нон-стоп работает 20 снегоуборочной техники. Для участников заезда подготовят гостевую парковку. Это порядка 10-12 самосвалов. Также погрузчики и трактора для расчистки пешеходных зон и для расчистки проезжей части и парковочного пространства. На празднике организуют ярмарку спортивных товаров, будут угощать пирогами и поить чаем из царского самовара. К мероприятию начали готовиться за месяц. Мы абсолютно готовы к мероприятию «Лыжня России», которое будет традиционно в Химках проходить. Это бесплатное мероприятие, в нем могут принимать участие все те, кто может стоять сегодня на беговых лыжах. Дистанция 10 километров. Очень важно и хорошо, что так много снега в этом году. Мы рады, и я думаю, что это всем понравится. Вот такая прекрасная настоящая зимняя погода. «Лыжня России-2021» пройдет в субботу 13 февраля. До учебно-спортивного центра «Планерная» будут курсировать 4 автобуса от ТЦ «Мегахимки». Общий заезд начнется в 12 часов.